пошли в разведку. Поедем, посмотрим, где они прячутся. А ну, пацанов, Димон, они обычно знают. Пацаны, а Уткино далеко? Сейчас, давайте. 3-4 километра. Ну, сколько примерно? Сейчас мы поменяли позицию, спрятали машину и попробуем в более высокой точке посмотреть. Просвет, да, и не вижу я. То ветка. Не, похоже, что стоит, слышишь? Даже на град похоже. Похоже даже на град, я тебе хочу сказать. Как машина такая. Да? Да? Зрение хорошее. А это мол ветка, получается, эти отсюда подтянулись в эту деревню, а те зашли, а та колонна сюда. Походу, та колонна с техникой сюда подтянулась, а тут пехота подошла. Потому что я не говорю, там... Ну да, там техника, если он говорил, людей, блядь, банки. Мужик, вот таксист остановился, я ему говорю, кто? Она говорит, кто? Укропы? Черлухина, вы же ходили на светку. Я говорю, а что за техника? Он говорит, только на 50 штук техники, впереди пошло две БМ-тачки. Говорит, сзади шли Уралы, эти КамАЗы, говорит. Были бы пушки у них. Пушки, говорит, но людей, говорит, очень мало. Вот сюда они технику стянули и притянули, значит, оттуда это, пехоту. Значит, они оттуда притащили, да, наоборот, сюда. Да. Короче, чтобы не тянуть, они там точки соприкосновения взяли, вот это Уткино. Ну да, если 50 единиц техники, то и сборный пункт сделали. Танков 10, остальное БМП, БТР, это уже сила, блядь. Конечно. Укроповский сухпаёк. Да, брошенный нашли. И не 200-го. Да, и не один, блядь. Ни одного 200-го, блядь. 200-го не сходил. Да. Прямой наводку. Вот так сходили в разведку. Это дальнобойное орудие, блядь. Кое-что увидели, кое-что нашли. Орудие, сейчас доложим.